Гараж – последний шанс. Ну и вечерок. Тихий. Спокойный. Скучный. Я знаю, как это исправить. Да, от такой музыки даже дрель пляшет. Ты слишком много смазки налил, Винни. От твоего железного коня такая вонь! Я не виноват. У меня все стерильно. Но смазкой точно пахнет. Прогорклый. А значит, это... Чумазой, ты осторожней, бестолечь. Этой бомбы можно даже башню сир снести. Не переживай, я держу, держу. Упс. Думаешь, ты тут самый умный всезнайка? Я глупец, недоумок, тупой ты, безмозглый и кретиничный мерзавец. Эй, это ты ее изобрел. И я забыл к ней ручку приделать, а ты? Это бомба, а не чемодан, болтливый ты жирный боров непонятной национальности. Кого я вижу? Дуэт дегенератов. Скользкий тип и слизняк. Что-то ищете, мальчики? Что-то вроде неприятностей. Нет-нет, мы просто направлялись в автосервис. Да, точно, в автосервис, да. Да-да-да-да-да. А этот идиот заблудился. Ну давай, чмазай, уволень, бери наш этот тостер и пойдем отсюда. Пойдем. Стой, ты, ведро с помойми. Ты никуда не пойдешь. Нет, пойду, а ты останешься здесь. Обратный отсчет начался. Хватай их. Отвалите, блохастые твари. Плохие парни сматываются. Ничего нового, мода. Эй, братья, у меня на груди взрывчатка, которую неплохо было бы снять. У нас меньше минуты, чтобы избавиться от этой гадости. Или день отправиться на Марс без возврата. Мыши и байкеры с Марса. Нам не нужен зловонный город. Автор сценария Памела Хикки, Деннис Маккой. Продюсер и режиссер Том Татаранович. Только ты и я, детка, на тысячи кусочков. Прекрати, мешаешь сосредоточиться. Я просто пытаюсь быть романтичным. Тебе, Ромео, еще долго тренироваться, но, боюсь, времени у тебя нет. Есть любимый цвет, умник? Голубой, как твои глаза? У меня зеленые глаза. Не угадал. 15 секунд до взрыва. Кавалерия! 13 секунд. Рвем когти! 10 секунд до взрыва. Ненавижу спешку. 9, 8, 7, 6. Жаль, это не Олимпийские игры, мы бы точно взяли золото. Значит, моего портрета не будет на пачке с хлопьями. Он превратился в фарш из мышачины. Да, осталось ровно. Одна секунда. Пока. Да, как только эти два придурка вернутся, пришлите их в мой кабинет. Немедленно! Но... Прости, что свалились вам на голову, босс. Итак, джентльмены, я вижу, вы потерпели неудачу. Опять. Вы провалили задание, как всегда это делали полностью. Вы в курсе, что это значит? Нас лишат премии. Нет, мне придется обратиться за помощью извне. Это что, плохо? Я вычту расходы из твоей зарплаты. Минуточку, я же не получаю зарплату. И даже при этом я тебе переплачиваю. Мой дорогой и долбанный дебильный доктор. Да, ваша сырная плесень, да. Активируй портал. Доставь сюда самых низких, порочных, отвратительных и изощренных наемников из тех, что водятся на Плутарке. Неужели смёрфов? Вычеркни этих слабаков из своей памяти. Я говорю о мрази вселенского масштаба. Пришли мне братьев Луги. Только не братьев Луги. А кто такие братья Луги? Я не знаю. Слушай, а тебе-то вообще деньги платят?
Прекрасный день для футбольного матча на поле Куигли, где собрались все фанаты Демпер Бэй. Тренер Майк Дидо и Гризли выиграли жребий и выбрали прием. Классный удар. Жесткий удар, братья. Без силы нет славы. Значит, эта игра прославится на века, они не щадят соперника. Я бы тоже сыграл. Давайте покажем им, как это делается. Да запросто. Первый пошел. Поберегись! Эти тараканы проделывают в стенах громадные дыры. 30 метров, 40, 50. Он прет как танк. Его же ничто не остановит. Смотрите, это же сам Винни. Тачдаун! Мячик накрылся. Хочешь, я с тобой поиграю, куколка? Давай? Дайте мне встать, медведи. Вы остались без обеда. Все хот-доги на полу. Похоже, их тут немало было. Я 20 минут стояла в очереди за этими сосисками. Если бы вы хоть раз в жизни сами сходили за едой. Один взгляд на нас, и вся очередь разбежится. Говори за себя, брат. Извини, Чарли, это я во всем виноват. Но ты не могла бы... Хорошо, я куплю еще. Только резвитесь поаккуратней. Тут не все наполовину из металла сделаны. Пройдемся вонью по этому городу! Забирай правее! Что там происходит, дружище? Не знаю, но если так они развлекают публику в перерыве, то это отстой. Его нет, прям как в отстойнике. Мы знаем, что вы где-то здесь, мышибайкеры. Вы не пропускаете ни одного футбольного матча. Мы Хака и Хонка. Мы братья Луги. И мы хотим порвать вас, как тузик грелку. Мы мрази вселенского масштаба! Третий год этот титул берем! Третий раз подряд! Молодцы, можете оставить его себе. Но прерывать футбол мы никому не позволим. Тем более плутаркианским варечкам вроде вас. Заводите моторы, братья, пора погрохотать. Да, избавимся от смрада. Включаем рок. Энрёв! Как вкусно! Осторожно! Мы были близки к смерти. А сейчас еще ближе. А ну, сдавайтесь, сконцы вонючие. Что здесь случилось? Мы случились. Да, а ты наша заложница. Не стреляйте, братья, у них, Чарли. Перегруппируемся, Хонька. Согласен, Хаке. Мы вернемся вас завонять! Отпустите меня, зловонные трупы! Как вам будет угодно, леди! Нет, нет! Чарли нырнет прямо в асфальт. Винни, взмывай! Есть! Винни пошел! Траектория сбилась, иду на перехват. Если не поможет, Чарли разобьется в лепешку. Держу тебя! Великолепно! А кто держит тебя? А ты не парься, крошка! Стандартный геройский поступок! Эй, байк! Трос бросай, да? Притворись треской, Чарли! Нас поймали на крючок! Есть! Теперь я знаю, что чувствует форель! Сварим из тебя уху!
Сматывайте удочки, братья, и зацените улов дня. Смотрите, какая рыбёшка. Хорошо, что не придется отскребать тебя от тротуара, Чарли. Я бы расстроился. Кстати, с тебя еще обед. Какие же вы дурачки. И все равно вы лучше всех. Рано радуешься, детка. Эти тухлые тупицы и братья Луги где-то здесь. Неизвестно, какой грязный трюк они с лимбургером готовят нам. Алло? Да, да, подошу подощение за запах. Алло? Я во всем разберусь. Алло? Нет, нет, думаю, это канализация. Надо бы эвакуировать людей из здания. Алло? Нет, это не я. Как они меня достали? Карбункул! Карбункул, мой дедогой из водощелец. Что во имя Плутарка здесь происходит? И почему, издволь ответить, эти жалкие неудачники все еще загнездают мое здание? Вопрос из двух частей, мой любимый. Значит так, эта машина измеряет интенсивность зловония братьев Луги. Я ее сам изобрел. Оказывается, их смрадность возрастает пропорционально поглощаемой ими земной пищи. Газы! И что ж до второй части вашего вопроса? Они не покинут землю, так как эта пища им очень-очень нравится. Порочный круг, мягко выражаясь, при такой скорости потребления ими скоро весь город провоняет. Нет, нет, и еще раз да, нет. Надо что-то делать. Я плутаркианец, но даже меня вот-вот выдавит. Да, набивай брюхо. Ням-ням-ням. Ты это видел? Это самые невыносимые, отвратительные, обездительные. Да, да-да. Подости меня, мой дедогой доктор Карбункул. Ты сказал, что скоро ими повоняет весь город. Прекрасно! То, что нужно. Ешьте волю, ребята! Теперь вы едите на Лоренса Лимбургена! Получается. Я гений. Я, конечно, и раньше это знал. Да, бегите, бегите, глупцы. Бегите от дьявольской изобретательности Лоренса Лимбургера. А пока вы спасаетесь бегством, я захвачу Чикаго. Какой-то странный запах. Это не я. Я тоже недавно мылся. Нет-нет, пахнет большими проблемами, вроде... Вроде этой. Город охватило зловоние, братья. Надевайте шлемы! Воняет хуже, чем в сортире на автовокзале. Вы в порядке? Чарли получила прямой удар в нос. Убойная доза. Боюсь, она не скоро очнется, ребята. Медлить нельзя. Город Чикаго тухнет с головы. А мы знаем, что это значит. Лимбургер. Включаем рок. And roll! Они думают, это противно. Пусть попробуют поработать за бесплатно, как я. Очередные угнетатели рабочего класса. Эй, мистер Лимбургер, мыши явились. Ну так устрани их, мальчик мой. А мне за это заплатят?
согласен? Разумеется, я удвою твою зарплату. Шевелись! Будет сделано, мистер Эл. Раньше ничего не получал, а теперь получу вдвое больше. Круто! Логи, вылезайте и остановите их. Шевелиться не могу. Жареных пальцев объелся. Это хоть доги, бестолковая мразь вселенская. Чебозоид, немедленно сворачивай шоссе. Но я почти оторвался от мышей, босс. Выполнять. Окажется меня сейчас. И поищи автомойку. Ой, какого черта? Обожаю дикие гонки. Боже, правый! Старушка прямо по курсу! Я никому не позволю сбивать при мне старушек! Вы целы, мэм? Хорошо. Этот водитель — жуткий грубиян, мэм. Я с ним разберусь. Моя горячо любимая матушка всегда говорила, главное на дороге — это вежливость. Будьте свободны, как ветер! Отшлёпай этих порных негодяев, байкер! Игры окончены. Раздавить и закатать. Мы готовы, Модо. Нанеси им свой лучший удар. С удовольствием. Эй, оп! Эй, это что было? Сейчас расплаты, сальная рожа. Будь хорошим мальчиком и извинись перед старушкой, которую ты чуть не переехал. Сейчас же! Чемозоид, ну что там происходит? Боюсь, чемозоид ненадолго отлучился, Лимбургер. Обязанности шофера исполняем мы. Нет! Извините. Мне не оставляли сообщений, пока меня не было. Только одно, рыбит и хвост. Прощай! Уходим! Эта штука сейчас рванет от вони. Да, это мои мальчики. Не могу без красочного финала. Правда, нет ничего лучше хорошего взрыва. Да, от всей этой беготни я что-то здорово проголодался. Надеюсь, братья Луги не все хот-доги съели. Что скажете? Как всегда. Рок-н-рёв! Нет! И, видимо, это означает, что я иду в декрет. Оплачиваемый. Озвучено по заказу «Дважды два».